Я такой слабенький. Вожак стаи, еще волки. Он там один, что ли? Я думала, там стая вокруг него. А ничего не светится. Ну, он просто вожак, а стаи там нет. Просто сильный. Не, я думала, они просто чуть дальше, поэтому их не видно. А. Ну, как-то слабовато для вожака. Девять. Ого, Ламберт. Там слева камень еще был. О, освещение изменилось. Угу. Подожди, а я камень же видел где-то. А, вот он, да? Там, позади он. А, или позади. Мы прошли его уже, да? Да. Тоже волк. Камень нам не нужен. Он бафнет нас и все. Ха, скалопендроморфы. О, ну нафиг. Мы сейчас его не осилим. Обязательно надо было с этой стороны подойти. Привет, волк. Здоров, Ламберт. Кто еще зимует? Весемир и Эскель. И еще, у нас гости. Я знаю, видел лагерь. А что ты здесь делаешь? Слежу, чтобы они держались подальше от Каэр Морхена. Наши гости не пытались проникнуть в Каэр Морхен? Появлялся тут один расфуфыренный баран с целой свитой краснолюдов-телохранителей. Естественно, я их не пропустил. Угу. Странно, вот это я не очень понимаю. Угу. Ну давай первый вариант. Ты в курсе, что у них охранная грамота от самого короля Хенсельта? А мне все равно. Это Каэр Морхен. Здесь королевские указы ничего не значат. Надеюсь, им ты этого не сказал. Не успел. Появились архиспоры. Они тут расплодились за лето. Ты знаешь, что они растут на могилах убитых? Видно, ветром занесло споры. Их теперь полным-полно в округе. Как бы то ни было, краснолюды быстро увели своего господина, как только появились растения. С тех пор никто не появлялся. Слева. Ну, нормально. Я смотрю, тень такая появилась. Прям как это, в лучших ужастиках. Тень это было. Почему ты в меня стреляешь, а не в него? Что-то он ей ничего не снял за это время вообще. Угу. Время умирать. Грозный такой. Собираем, собираем. Что это? Удочка. Удочка? Я думал, что за меч длинный такой. А чего он не хочет с нами общаться? Ну все, он поговорил. О. Спасибо, волк. Я, конечно, и один бы справился, но... Не за что. Волк! Угу. Они говорят, что в крепости девушка? Да, но тебе лучше поговорить об этом с Эскелем. А при чем здесь Эскель? Дейдра утверждает, что она с ним связана предназначением. А Эскель, вместо того, чтобы с ней разобраться, отправился в шахты биться с чудовищами. Где Весемир? На нижнем дворе с девчонкой. До встречи.
Ну хорошо. А вот справа по берегу, что это там такое? Вот выше, это волки вот здесь, да? Волки, похоже. Ага, понятно. А, там еще и скалопендроморфы. Все, понятно, пошли через реку. Это он на меня так реагирует, что ли? Давай знак бафнем все-таки. Кстати, Игни, ну хотя нет, не забьем мы его, мне кажется. Либо они тут немножко послабее будут. Не знаю. Сомневаюсь я что-то. Надо еще сюда наверх зайти. Интересно, что там. Текстурки невидимые. А, тут не перейти. Не перейти, тут да. С той стороны обходить. Через переправу. Да ладно, тут даже плыть не надо. Странное место вот это такое. Ага. Что-то тут коптили. Да. Ну ладно, побежали в Каэр Морхен, наверное. Угу. Теперь уж по прямой. Весемир, Дейдра. Старая шахта. А, это здесь как раз этот Эскель. Угу. А вот через реку что это такое снизу? Здесь? Да. Ну тоже пещера какая-то. Траву собирай. Ага. Что? Да вылазит там. Он, видишь, экран трясется. Ага. Тупик, да? Все. Да, тупик. О, волк. Как-то я их не задеваю. Как-то у тебя здоровья совсем не осталось уже. А у тебя собственного регена нет, что ли? Есть, но маленький. Я ж прокачивал вроде. Прокачивал. Труп чей-то. Ласточку пить вроде не хочется. А, надо было у костра посидеть там где-нибудь. Угу. Восстановить здоровье просто. Ух ты. Здрасте. Резнулся, что ли, прямо сейчас? Похоже на то. Вроде не было его. Фига растения. Так мы что-то подобное уже видели на болотах. Да? В зиме. Я не помню. На кладбище там. В болоте. Хорошо.
Это мы как раз идем туда, к этому колесу, да, где пещера была неоткрытая. Или что-то такое. Да, вот. Ну да, колесо. Получается, туда. Ну да, сильно я пробежал уже. Ну давай зайдем, посмотрим заодно уж. Вдруг... Шахта. Да, тоже шахта. Вдруг меч какой найдем. Возможно, она сквозная. Так, монстры. Василиск. А, Геральт. О, сейчас сдохну. А! Откуда ты вылез-то вообще? Тебя же не было тут. Ну, наверное, вон там был между скалами. Ну, конечно. Ну, теперь вопрос, лезть туда или не лезть, или на обратном пути слазить уж. Давай, наверное, потом зайдем тогда. Потому что я уверен, что в Каэрморхене мы хоть это восстановиться сможем. А чтобы сделку не тратить? Ну да, тратить ласточку не хочется, потому что я не знаю, пока даже смогу я сварить-то еще одну. У меня их две всего. Ну хорошо, я думаю, нас даже пошлют туда куда-нибудь. Да, я тоже думаю, что мы тут еще набегаемся. Костер. Во. А сейчас у тебя его есть? И посетим. Чем развести? А, игни. Игни. А это кламберту. Ой, не кламберту, а к этому, к эскелю. Так, может... Ну ладно. Да нет, а почему? Ну как бы, а почему нет-то? Часик. Нам часика, по-моему, должен хватить. Ага. Вопрос. Сходить к нему сначала или сюда? Наверное, я думаю, сюда. Разницы нет особой. Возможно. Угу. Кто там банши? Где? Там я видел банши. А крыс-то сколько? Приветствую, Геральт. Рад тебя видеть. Приветствую. Как Большак? Сносно. Ничего сверхъестественного. Что здесь происходит, Весемир? У нас небольшая проблема. 2 дня назад к нам прибыла девушка, княжна Каингорна. Она заявила, что ее преследует ее завистливый брат и злая чародейка. И попросила у нас защиты. Она перепутала замки. Здесь нет сказочных рыцарей в сверкающих доспехах. Она была в ужасном состоянии. Замерзла, оголодала. Нельзя было ей отказать. А Эскель очень странно себя вел. Позже Эскель поведал мне кое-что. 20 лет назад он спас жизнь князю Каингорна. Он сослался на право неожиданности, и, как говорится, судьба ему улыбнулась. Оказалось, что в тот момент жена князя была беременна, хотя князь об этом не знал. Вряд ли тут уместно слово «улыбнулась». Значит, о проклятии ты уже слышал. Так или иначе, но однажды в полдень, когда небеса были темны, словно ночью, княжна родила девочку. Насколько мне известно,
Эскель так и не пришел за ребенком, которого ему пообещал князь. Так вот, теперь у нас тут есть брат ребенка неожиданности Эскеля, а также отряд наемников и чародейка, которая жаждет заняться вскрытием мутантки. Мало того, у этого самого брата есть на руках охранная грамота от короля Хенсельта. Поэтому мы не можем просто так взять, да и выгнать их отсюда. Что же делать? Поговори с Эскелем. Хорошо. Волк! Как-то странно, диалоги озвучены не до конца, да, что ли, получается? Я даже не успела прочесть. Угу. Печаль. Что ты думаешь о конфликте Дейдры с ее братом и Сабриной? Мы не должны вмешиваться. Наш долг — защищать людей от чудовищ. Это дело может иметь для нас самые страшные последствия. Ты об охранной грамоте от короля Хенсельта? Именно. Мы не должны провоцировать короля. Иначе все может кончиться очередной волной преследований. Это очень скользкое дело. Я тебя понял. Попробую еще что-то узнать. Волк! Почему ты не открыл Каэр Морхен? Я не хочу снимать защиту, когда здесь чужаки. Мы вполне можем провести несколько дней на воздухе. По крайней мере, я буду уверен, что по крепости никто не шатается. Что правда, то правда. Волк! Где Дейдра? Чуть дальше. Сидит со своими волками. Расскажи мне об этой девушке. Мне она кажется странноватой, но чудовищем я бы ее не назвал. Что значит «странноватой»? Когда она рядом, мой медальон начинает дергаться, как бешеный. И я не могу сложить даже простейший знак. Не могу этого объяснить. Угу. Где Дейдра? Чуть дальше. Сидит. Мне нужно поговорить с ней. А чего ты убежал-то? Не за ним бежать или что? Не уверена. Странно. Может, за ним? Да не, вряд ли. Давай-ка сохранюсь на всякий. Так, а никого нет тут? Я кого-то видел. А, вот. Банши. Банши. Это волк. Дьябель. Ага. Интересно, а я смогу? Ну да, я не могу знак складывать. Ха. Приветствую, Геральт. Я Дейдра. Эскель рассказывала тебе. А тебе мне тоже рассказывали. Если ты об этой хитрой лживой Глэвисик... Успокойся, Дейдра. Я никогда ни о ком не сужу по слухам. Геральт? У твоих волков очень голодные глаза. Они действительно голодны. Из-за этой суки Сабрины я за стены крепости выйти не могу. А они решили остаться со мной, лишив себя возможности охотиться. Мне кажется, тебе легче найти общий язык с волками, чем с людьми. Я их из щенков вырастила. Это мои единственные друзья. Угу. Ладно, я могу поискать что-нибудь для еды. По пути сюда я видела несколько выверн на другой стороне реки напротив лагеря. Если бы ты убил трех выверн и принес мне их мясо, я отблагодарю тебя. Отблагодаришь? У меня есть рунный камень для меча. А ты о чем подумал? Ни о чем. Я скоро вернусь. Геральт? Дейдра,
ты в курсе, чего от тебя хотят Сабрина и твой брат? А разве это не очевидно? Сабрина хочет посадить моего дражайшего братца на трон Каингорна. А братец, который полностью зависит от чародейки, став князем Каингорна, получит голос в совете короля Хенсельта. Я не о том. Ну хорошо, якобы я проклята, испорчена еще в лоне матери. Якобы я чудовище. А разве нет? Откуда мне, черт побери, знать? Если я уколю себе палец, идет кровь. Ежемесячно тоже. Переем, болит живот, а перепью — голова. Если мне весело, я пою. Если кого-то ненавижу, убиваю. Я не знаю, чудовище ли я, но я знаю, на что способна Сабрина. Это она чудовище, которое ты ищешь. Я думаю, первое, сначала давай выслушаем. Объяснись. Я хочу выслушать твою версию. Когда Сабрина объявилась у нас в замке, мне было 19. Я была юна и счастлива. Отец, который из нас с братом всегда предпочитал Мервина, состарился. Он был болен, едва мог говорить, поэтому я была избавлена от необходимости его слушаться. Брат в то время был при дворе Хенсельта, а с нашей свитой я и сама могла справиться. Ну, и я влюбилась. Его звали Робин. Я даже подумывала о марганатическом браке. Такие вот детские фантазии. Какое отношение ко всему этому имеет Сабрина? Она прибыла вместе с моим братом, которого уже тогда держала на коротком поводке. Она следила за мной, расспрашивала обо мне слуг, что-то вынюхивала. Рыцари отца всегда относились ко мне, как к родной дочери. Я всегда любила охоту, даже принимала участие в облавах на бандитов. Ей нужно было доказательство, нечто впечатляющее, чтобы можно было меня очернить. И ты со своей беспечностью дала ей такое доказательство. Сабрина решила меня спровоцировать. Она соблазнила Робина с помощью магии, и от этого у него в голове помутилось. Он стал жутко бояться животных, особенно собак, за которыми ухаживал. Я хотела помочь ему. Я тогда выяснила, что чародеям сложно читать заклинания в моем присутствии, а сила уже наложенных заклинаний слабеет со временем. Я отправилась в комнатушку, в которой жил Робин, прямо над псарней. И там я увидела Сабрину. Признаюсь, я была готова разорвать ее на части, но не успела. Ведьма вылетела из окна на своей метле. А Робин плакал, как дитя, пуская слюни. Через час он перестал хныкать, а через два уже осознал, что с ним сделала эта ведьма. Я решила, что все в порядке, и его можно оставить одного. Мне не терпелось расправиться с ведьмой, и я отправилась в замок. Я не знаю, что произошло, но как только я удалилась, заклятие снова начало действовать. Робин стал лихорадочно искать Сабрину. И в таком сумеречном состоянии он залез за ограждение, за которым сидела агрессивная собака. Очень агрессивная. Он выжил? Да. Но у него разум 2-летнего ребенка, и при этом сильнейший страх перед животными. Сабрина во всем обвинила меня. Я поклялась убить ее. Я всегда ношу при себе кинжал и с нетерпением жду возможности им воспользоваться. Ну вот, а второго варианта нельзя услышать теперь, второй вариант. Ну, может быть, потом еще раз диалог запустить. А какой диалог? Ну, он пропал вообще. Что тебе нужно от Эскеля? Ты бываешь иногда таким вежливым. Просто ответь на вопрос. Я хочу, чтобы он перестал бежать от своего предназначения. И стал князем Каингорна? Ты в своем уме, Дейдра? Эскель — ведьмак. И что с того? Да ты сам не понимаешь, насколько по-детски звучат все эти ваши ведьмачьи принципы. Только и слышишь. А мы ведьмаки, у ведьмаков нет чувств, и все в таком духе. Меня-то не обмануть. Есть у вас чувства. И эмоции есть. Вы, как прочие люди, только передвигаетесь быстрее. Понять не могу, зачем так стараться это скрыть. С легендой бороться бессмысленно. Иногда ей просто нужно
соответствовать. Возможно. Но меня ты не обманешь. Да ему действительно, я не думаю, что он захочет идти туда. И вообще, при чем тут предназначение и в Князиево? Я вот это не очень что-то уловил. Ага, еще чувства какие-то приплела. Ага. Он ее не видел-то все это время. Какие чувства-то? Ну да. Странно это все. Как тебе удалось попасть в Каэр Морхен? Я всегда знаю, где Искель. Мне достаточно просто о нем подумать. Даже так? Ну, это сила предназначения, как говорится. Угу. То есть тут не поспоришь. Мне пора. Угу. А попробовать сейчас еще раз поговорить, не появится тот диалог? Не, он не должен появиться. Гера? Угу. Мне пора. А ты хотел другой вариант? Нет, не то чтобы хотел, я хотел и тот, и тот услышать. Ну, если он пропадает, то... Не, я ничего не говорю, что просто обидно, что он пропал. Тут полазить можно так, нехило. Там закрыто. Ну да. А, мы тут, кстати, бегали. Да-да-да, только бочки активны были. Угу. Интересно, пусть... Пролом да? Какой-то, смотри вниз. А. Все, забыл, понятно. Угу. Ты не можешь спрыгнуть? Не, не могу. Ну ладно. Я так понимаю, нам теперь к Аскелю. Да, надо с ним пообщаться обязательно. Пока, честно говоря, вообще мыслей адекватных нет, кому верить, кому нет. Как-то я все-таки больше верю ей, конечно, потому что все эти чародейки... Не, ну ты знаешь, если, допустим, она так владеет иллюзиями, маг это, и если у нее такой зуб на Дейдру, то, в принципе, она могла и репутацию ей подпортить вот этими всякими... пакостями, с подданными с ее вот... Ну да. Девица-то это рассказала про отца. Да, что да, ей да. Мешало сделать иллюзию на себя. Ну да. Да и Дейдра вроде не похожа на ту, которая будет пользоваться такой непонятной вот властью именно. Ну, пока она такое впечатление не вызвала, скажем так. Нет у нее вот этих замашек королевских, так сказать. В сравнении с этой же Сабриной. Угу. Хотя я все равно ей до конца не доверяю тоже. Нет, я думаю, пока рано делать выводы. Ну да. Кто? Архиспора. Дайте мне уже там новый уровень. Что-нибудь еще хорошее. Тебе нужно было прокачаю. Посмотреть, можешь ли ты варить ласточку. А, да, хватит у меня на ласточку. И вообще, изучен ли рецепт у меня этот? Но по идее должен знать. Ну, по идее должен, конечно, потому что это основной эликсир. Место силы. Пусть будет. Ох уж эти архиспоры. Как я вас ненавижу. Ну, мы дошли, получается, да? Да, а где эти виверны вообще обитают? Виверны, виверны же.
Да виверна же. Так она же сказала, вот там, где мы ходили, там Василиск был, и там уже, наверное, эти водятся. Возможно. Она сказала, через реку напротив лагеря. А, да? Ну, значит, там. Я как-то прослушал, как обычно. О, костер. О, костер. Отлично. Сейчас посмотрим. Так, ну-ка, алхимия. Ласточка. Ага. У нас все есть. При этом я не могу... А, так, давай по порядку посмотрим. Купорос. Из купороса у нас есть только вот это и... Ага. Хорошо. Дальше ребес. Но вот ребес у нас... Вот это тратить пока не хочется. Хочется меч получить. Ну, значит, пока без этого. Значит, варим пока обычную ласточку и не паримся особо. Угу. На тему рубеда, не рубеда. С обычным купоросом. Можно, наверное, даже обычный ребес какой-нибудь. А, нет, у нас только такой ребес. Ну, ладно. И эфир у нас. Выбор там какой? Просто эфир. И лепестки генации, наверное. Просто эфир? Эфир, да, просто. Так, купорос, ага, все так. И алкоголь кончился. Ладно.